Друзья, всем привет. Вот хочу показать такую приспособу, типа стойки для болгарки, вот, сделанная из подручных средств. Очень нужный девайс, так скажем, устойчивый. Допустим, для заточки сверел вот на такой подставке. Очень эффективно. Заточил все сверла себе, теперь доволен как слон. Сейчас покажу, как я ее собирал. Если понравилось, зацените, пожалуйста. Буду очень рад и благодарен. Кому-нибудь такая штука пригодится. Спасибо за внимание. Всем пока.